Итак, друзья, мы едем вот рано утром, сегодня начало пятого, едем на терминал забирать наш автомобиль. Вот я хочу показать вам, как это происходит, забор автомобиля с терминала, потому что когда для тех, кто заказывает автомобиль, появляются вопросы. Что такое забрать автомобиль из терминала, как это происходит? То есть вот начинается наш день рано утром, мы едем в сторону Поти из Тбилиси, и сейчас вы увидите, каким образом это все происходит, сам процесс. Продолжаем наше путешествие до порта. Едем мы за Маздой, за тройкой, которую выиграли пару месяцев назад. Едем, кстати, на одной из наших автомобилей, который пришел около месяца назад. Мы его уже отремонтировали, покрасили. Осталось сделать только химчистку. Но из-за того, что открылся контейнер, мы вынуждены были забрать ее с химчистки, не доделали, и поехали на ней в порт. Если кому-то интересно, это 2012 год. Максимальная комплектация. У нас есть люк, бесключевой доступ, подогревы сидений, а зеркало с затемнением, кстати, да. Поэтому, если есть у кого желание приобрести данный автомобиль, то мы его с радостью вам продадим. Красоты местной природы, которые мы наблюдаем по пути в порт, не могут не радовать. Так же, как и Камри. Самый сладостный момент. Вы расстаетесь, мы с деньгами получаете машину, а мы расстаемся с машиной и получаем деньги. Сейчас. Настоящий американский доллар. Который мы предлагаем вам. У нас еще три машины. Две из них в наличии и одна в пути, в ближайшее время будут здесь. Сейчас мы едем за Mazda 3, которую тоже, кстати, можете запросить по фотографиям, можем выслать вам. И Audi A3, которую забираем на днях и уже готова к продаже. A3 18 года, двухлитровый двигатель, очень интересная, хорошая машина. Продолжаем свое путешествие за автомобилем. Постоянно, регулярно мы ездим, получаем наши автомобили. Если у вас есть интерес в заказе автомобилей США, пишите, обращайтесь, купим, привезем, поможем. Поможем растаможить автомобили. Полный спектр услуг, все, что хотите, чтобы комфортно было приобрести вам автомобиль в нашей компании, обращайтесь. Мы всегда на связи, я всегда на связи, я отвечаю на все звонки, на все ваши WhatsApp-запросы. Никого не брошу, всех доведу. Если хотите купить в США, купим, хотите подбор, подберем. Весь спектр услуг по покупке автомобиля в Грузии. Каждый раз, когда мы едем в порт, это такое событие, когда мы узнаем, что нам пришло, что это за автомобиль будет, в каком состоянии придет. То есть одно дело видеть его на фотографиях на аукционе, совершенно другое дело, когда ты его получаешь и видишь вживую. Ну вот сейчас мы попытаемся передать вам вот эти эмоции получения автомобиля, который выиграл на аукционе. Ну и в целом вы увидите, как вообще происходит получение автомобиля и подготовка его затем к продаже. Мы приехали на АПМ терминал. Здесь мы сейчас будем забирать наш автомобиль. Сюда мы уже приезжали несколько раз. Это самый удобный и комфортный терминал. Здесь, я надеюсь, все пройдет быстро и уложимся мы в 2-3 часа максимум. Новый терминал, относительно новый. Очень много окон, все проходит быстро. Он может обслужить гораздо больше людей, чем все остальные терминалы, которые поменьше. Ну и для нас он самый комфортный, как я думаю, и для многих. Ну, пойдемте получать автомобиль.
отправляемся на обучение автомобиля. Сейчас дадим документы на проверку, выдадут нам документы, оплатим все и поедем. Пойдем в терминал, заберем машину. Все вот достаточно быстро прошла регистрация. Нам выдали бумажные номера и документы на оплату, на получение автомобиля. Сейчас мы оплатим получение и пойдем забирать автомобиль. Да. Так, ну вот теперь оплачиваем, идем к вам. Все удобно, все здесь, без различных автоматов. Оплатим машину и пойдем забирать. Александр идет на получение автомобиля, мы его ждем тогда. И скоро увидим нашу ласточку. По времени от входа в терминал, получения документов, на оплату пошлины, ну, ушло где-то в районе 10-15 минут. Ну, это нам очень повезло, и я говорю, этот терминал нам очень нравится, потому что это самый быстрый терминал. Брали мы Мазду, к сожалению, оказался полный коллектор, пробитый ее, из-за радиатора. Вот такой автомобиль. Все. Через месяц будет готов, можете оформить предзаказ. Пойдем покажем. Машина пришла довольно-таки. Покажи, подушка одна. Безопасности на руле. Ну, ее мы поменяем на оригинальную. Все, салон ухоженный, все отлично. Вся машина практически целая. Восстановим переднюю часть. Такой отличный, красивый автомобиль. Так, пойдем код покажем еще. Скажем пока нашей машине и встречаем ее уже. Давай. Смотрите следующую серию уже с ремонтом непосредственно автомобиля, с подготовкой к продаже.